швейцарцы любят украшать свои дома и территорию возле домов всякими интересными инсталляциями. Вот у них такая лужайка. Вот. Вот вам кусочек Швейцарии. Вот это их огороды. Земли тут очень мало, и такие клочочки используются любителями выращивать на приусадебном участке. Вот там помидорчики, клубничка, какая-то травка растет, типа лобода или щавель, не знаю. Там внизу река видна. Наверху там автострада. Такие домики у них. И тут церквушка. Вообще тут обилие церквей, причем различных конфессий. Всякие евангелисты. Какой трейлер интересный.